В этой части не будет рассказа о сражении. Вместо этого мы покажем вам сирийских солдат перед атакой. Покажем их без прикрас, такими, какие они есть. Через несколько минут они сядут в боевые машины и отправятся очищать страну от бандитов. هذيك الثلاثي 96 اخير عبي معه لا تمدي لك شوية عليك السلام عليك السلام الله يديمك أكيد النصر. Они все очень разные. Объединяет их лишь одно – любовь к родине. Никто не даст ответа на вопрос, все ли они вернутся обратно. Но они знают, за что они воюют. Thank you.
Машины вернулись за следующей группой бойцов. О том, куда боевые машины увезли солдат, вы узнаете в следующей части. العربات العالية صارت في المسار باتجاه أصح.
Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.